Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная порция. И у всех людей есть белая обувь на лето. И она, конечно же, пачкается. И сегодня мы с вами разберем способ, который 100% очищает кроссовки до белоснежного состояния. Я не буду вам рассказывать про муравьиную кислоту, чистку зубной пасты, либо, допустим, димексидом. Все это, конечно, в какой-то мере работает, но данное средство работает на все 100%. Погнали! И вот такие вот у нас кроссовочки, убитые временем, вы их уже давным-давно видели в наших видосах. И пришло время опять-таки их постирать. Они уже не просто желтые, они уже просто черные, особенно носы. Посмотрите, вот такая вот ужаснейшая обстановка с ними. И что мы с вами делаем? Мы с вами берем вот этот отбеливатель Джинда, японский, стоит 361 рубль, производство... Как я уже и говорил, непонятно, то ли Россия, то ли Япония. И в каждый кроссовок мы отправляем по половинке вот этой ложки. Вот так раз. И вот так вот два. А теперь вообще все просто. Мы с вами отправляемся в машинку и включаем режим быстрой стирки на 40 градусов. Погнали! И все. И просто вот прям так с порошком, с этим отбеливающим, отправляем их в машинку. И добавляем обычный стиральный порошок. И сюда же дополнительно пол ложечки Джинда. Вот так, прям сверху. И включаем быструю смешанную стирку на 40 градусов на 1 час. Погнали. Ну, дорогие друзья, наши кроссовки отстирались и немножко подсохли. Полностью мы им не дали успеть высохнуть, так как нужно снимать видосы, чтобы радовать вас каждый день. Посмотрите, какой получился результат. Полностью белоснежные кроссовки, полностью они отбелились, в машинке отстирались, даже отстиралась подошва. Посмотрите, они просто идеально белые. Идеально белые и идеально свежие. Даже шнурочки, посмотрите, отстирались. Данное пятно было поставлено битумом. И оно, в принципе, не отстирывалось и до этого. И в этот раз оно тоже почему-то не отстиралось. Но я вам сразу честно скажу, это битум, и его довольно-таки сложно убрать. Я не знаю, как это очистить. На камеру это, наверное, видно. Но при хождении и при носке данных кроссовок это, в принципе, особо и незаметно. Внутренняя часть тоже вся отстиралась, посмотрите, на пятках. Здесь тоже все отстиралось, все отлично. Данные места тоже отстирались, но остался небольшое, конечно, вот потемнение от пятки. Конечно, можно использовать персоль, конечно, можно использовать уникум, конечно, можно использовать любые другие отбеливатели, как, допустим, Мистер Дес, но мы проводили недавно эксперимент, и Джинда победил их всех. Подписывайся на канал, ставь лайки и пиши комментарии. И ты узнаешь, чем, как и почему. Пока!